Один на одном. Это что это такое? Вот это да. Вот это да. Это, товарищи, вам не Мальдивы. И еще что хотела сказать. Я просто в шоке стою. Да. Представляешь, один на одном. Обалдеть. А мы наконец-таки собрались. Вот наши чемоданы. И сейчас за нами приедет автобус. И мы едем куда? На море. На море. В кавардинку. В кавардинку. В кавардинку. Добрались. У нас вот такой вот ресепшн с цветочками, с красивыми. Сейчас оформимся. Ну, естественно, что номер еще занят пока. И заселение в 2 часа. Так что немножечко подождем. Но мы сейчас посмотрим, пойдем в столовую. У нас завтраки включены. И у нас сегодня завтрак можно поесть за деньги. У нас 3-й этаж с балконом. Вот туда. Отель называется «Золотой компас». Ну так, ничего, вроде как приличный. Вот если бы на 1-м этаже, было бы отлично. А так лифта нет. Представляете, вот на 3-й этаж надо вещи нести самим. Это говорят, что я ожидала другого. Так, мы завтракаем. Нас посадили завтракать. Сейчас как раз время завтрака. Сырники предложили. Сыр, масло, каша овсяную, не знаю какая. Буду я ее есть. Что-то она мне не очень нравится. Завтраки у нас включены. А картина здесь на стене, посмотрите. Огромная просто. Наконец-то мы позавтракали и выдвинулись, переоделись. Правда, нам дали где переодеться в служебном помещении, потому что номер наш еще не готов. И мы идем на пляж. Погода такая тепленькая, еще пока не особо жарко и такая ветреная. Вот здесь вот рынок. Это будет. Хочу сделать отдельное видео, показать, что сейчас на рынке продают в Кабардинке. Может быть, что-то новенькое. Я здесь была 2 года назад первый раз. И вот сейчас мы приехали второй раз, получается. Место у нас очень удачное, поэтому... Вот прям буквально 2 минуточки. И вот это центральная улица Мира. И вот потом напрямую и будет пляж. Вот это главная дорожка к морю. Здесь все продают. И здесь очень красиво. А вечером здесь как красиво. Ну просто когда ты уже здесь был, все знаешь. Вот здесь вот живая музыка написана. Столовая, ну там дальше как ресторан типа того, фонтанчики. Мороженое, мохито, вот здесь вот коктейли вкусные. Мы пили, пробовали. Зеброчка такая красивая. Где там мои? Ага, идут за мной.
Вот эта аллейка мне очень даже нравится. Ой, здесь такой холодок над этой аллейкой. Смотрите, какие сосны красивые. Вот так вот. Вот такая здесь атмосфера. Идем на пляж. Так, я вот так выгляжу. Платьице своем пляжном. Хочу сказать про погоду. Ну, не особо, не жарко, потому что дует вот такой вот ветерок. И не жарко. Народ весь идет на пляж, хотя время уже практически 11. Правильно, все пока завтракают в гостинице, в отеле. А когда вот мы сегодня просто вот только что приехали, и у нас такой кипиш. Кипиш весенний, так тем более. Вот уже вижу, что пляж, конечно, мест, наверное, уже нет. Завтра мы, наверное, придем пораньше. Сегодня у нас первый день, поэтому все вот так, скомкано чуть-чуть. Сейчас посмотрим на нашем месте, сколько здесь людей. Мне очень нравится здесь набережная, красивая. Можно туда и сюда вот гулять вдоль набережной. Что-то здесь вот... А вот этого здесь не было 2 года назад. Что-то здесь они хотят строить, наверное. Так, вот идем сюда. Кстати, лежаки есть свободные. Сейчас узнаем, сколько стоит лежак. Посмотрите. Красота! Мороженое. Ну, есть еще лежаки, да. В том году, по-моему, 250 был лежак. Вот люди на полотенчиках. Сейчас мы пойдем пробовать водичку. Водичку надо под зонтиком. Ой, посмотрите, что делается. Один на одном. Это что это такое? Вот это да. Вот это да. Это, товарищи, вам не Мальдивы. И еще что хотела сказать, я просто в шоке стою. Да. Представляешь, один на одном. Обалдеть. Решили немного пройтись. Я, в принципе, тоже согласна. Я не знаю, как купаться в этой воде. Там... Все люди друг к другу прилипли. И она такая какая-то мутная. Ну, мы изначально знали, куда мы едем. Потому что я здесь была. И вот можно обмыться на пляже. Можно в холодке посидеть. Осенняя у нас выпила мороженое. Закутали ее. То, что у нас еще все вещи в чемодане. Вот экскурсии можно купить. А вот здесь вот такие, посмотри, накрытые лежаки. Полностью вдоль набережной можно прогуляться и выбрать себе местечко. Такое впечатление, что весь народ сюда съехался. Вся Россия на Черном море. В особенности здесь, в Кабардинке. Здесь всегда столько. Потому что люди любят Кабардинку. Здесь весело. Здесь вообще столько всего. Не знаю, мне очень тогда тоже понравилось, когда мы были 2 года назад. Поэтому мы решили. Но мы сомневались, ехать, не ехать. Еще у нас там форс-мажор произошел. Мы все-таки поехали. А вот еще какая. Накрытые какие эти лежаки. Ну что, на море главное освежиться и узнать, какая температура воды.
сначала, ну, я обычно всегда подолго, да, стою. И вот когда уже долго постояла, ну, мне показалось, что нормальная, да, вода, но, конечно, грязноватая. Не сравнить ни с какой другой заграничной водой. Поэтому все, мы немножечко. Сейчас тем более уже пол 12-го, уже все, надо где-то в тенечек садиться. Какие-то фрукты сейчас купим, поедим. Смотрите, какие арбузики. Вот так, если берешь. Вот здесь тоже есть, наверное. Ага. Ой, какие мини-арбузы. Они уже спелые, да? Да, там начинка желтая. А, желтая, да. Это кипит ананас. Я знаю это. А мы берем свежевыжатый апельсиновый сок. Вот такие цены. 300 рублей. Сумочки. Интересно цену узнать, сколько. Как в Турции, да? Платьишки. Беленькие. У меня такая наподобие есть. Ну-ка, да, я посмотрю. 1500. Красивенькая, да? А вот какая, посмотри. Вот это надо спросить. 1400. Вот они здесь дешевле, чем в Турции. Браслетик. Рубашечка. Вот посмотри, какая. А, это с шортиками. Слушай, красивый костюмчик. Надо спросить, сколько стоит. А, тут купальники. Купальники красивые какие. Тебе надо? Полторы тысячи. Платьев сколько белых. Есения там что-то присматривает себе. Бусики. Тебе все нравится блестящее, да? Надо маме вот тот костюм показать, как, это, который мы с тобой нашли. Пошли его еще посмотрим. Да, Есения? Ну, как она эти бусики рассматривает. Ну. Хочу. Потом с мамой подойдем. Мама посмотрит. Рюкзачки. Там игрушки дальше. Угу. Конечно же, мы уже искупались. Сидим на лавочке. Немного сейчас отдохнем. Идем к себе. Сегодня первый день. Обедать будем у себя в отеле. В 2 часа нам дают номер. И мы наконец-таки заселимся и отдохнем. Народ идет с моря. Посмотрите, какая толпа. Есения искупалась. И теперь балуется у нас. Да, Алина? Привет! Вот кому весело. Ой, ну вообще. А нас уже заселили на часик пораньше, что очень радует. Так, давайте посмотрим. Нам сейчас тут объясняли просто, что здесь есть, да? Это мыло, гель для душа. Так, что еще? И шампунь. Ага, шампунь есть. Так, а вот полотенчик. Надо ей позже сказать. Я не пойму. Одно полотенце, что ли? Нас трое. Есть, да? На кровати. Сейчас покажу все. Ну, так обычно все. Это я хочу сказать, что это тройка. Полотенца нормальные. Так, вот здесь у нас что есть? Шкафчик. Шкафчики. Ничего. Две вешалки? Или сколько? Три вешалки. Офигеть. Ладно. Это не столь важно.
вот такое зеркало. Это мы уже с пляжа пришли. Так, сумки сюда поставили. Это доп. Место. Оно раскладывается для ребенка. А вот это мое, вот это мое. Здесь я буду спать. Ты сказал, я буду спать на доп. Месте. Картина какая. Нет, так, я буду, в принципе, здесь спать. Сейчас посмотрим, я что. Я не буду спать на доп. Месте. Я буду здесь. Полотенце тоже нормальное. Ну, во всяком случае, не так, как в четверке. А вот это что? Это простынка. Укрываться простынка. Сейчас же жарко. Этот телевизор, чайник. Наверное, есть этот. Бабушка будет спать на... Холодильник, да? Холодильник пустой. Маленький холодильничек. И, конечно, у нас вот такой балкончик. Вот это сушилка. Посмотрите, какой балкон. За балкон мы доплачивали отдельно 2500, потому что изначально мы как бы заказали номер, но там как-то не было учтено балкона. О, смотри, и там соседа в одной. Привет, сосед. Плохо, что да, вот так вот. В нормальных отелях в пятерках вот такого нет. Вы не видите своих соседей. Но вид у нас потрясающий. Посмотрите, какой. Видно горы. Видно тоже гостевые дома, отели. Это все здесь живут отдыхающие. Там здесь тоже. Сейчас здесь увеличу. Здесь в горах тоже домики. Все отлично. Здесь